Всем привет! Вы на канале «Бумажные сюрпризы Вики». Сегодня у нас две новиночки. Это Зига просят есть борщ. У нас игра такая есть. Какой возьмем пакетик? Возьмем с паром. Так, вот этот пакетик с паром. Так, давайте посмотрим, что у нас заканчивается. Это вот эти две коллекции. Какой они? Дези, фонарь в еде и... Неправильные Дези, фонарь. Не похожие на себя Дези, фонарь. Да, кстати, у нас же еще одна новиночка есть. Ладно, давай откроем, отберем этот пакетик уже этой коллекции. Возьмем вот этот. Ребята, вам не кажется, что с ночем случилось? Угу. И наша новиночка это... Пазл часть четвертая. Тут будет 16 пакетиков. Возьмем этот. Дальше у нас кровяные сюрпризы. Возьмем с листиком. Кровяные. А, дальше перемешанные дезифонаи 2. Возьмем с зигастки. Бабочки дезифонаи. Наоборот, дезифонаи в виде бабочек. Возьмем этот. Слоники необычные. Возьмем этот. Дальше тут у нас... Дезифонаи, часть вторая. Да. Возьмем, как тахи летают выше солнца. Пазл. Четыре пакетика осталось. Возьмем этот. Сюрприз. Возьмем вот этот, как... Нина одела платье Нине и говорит: Зик, но надо есть борщ. И коллекцию, угадай коллекцию. Тут еще очень много. Выбирай. Возьмем с надписями лунарики. Хорошо. Как всегда, начинаем с вот этого каталога. У нас в нашей распаковочке присутствует каталог с бумом. Да, это наш старый каталог, но в нем еще было место, поэтому... Потому что в нем пазл часть 4. Да. Так, где пакетик? Я тут разложила их вокруг каталога. Выбирай. Вот этот пакетик. Я хорошо знаю. Открываем. И здесь попадается Yelp. Вот такой Yelp под номером 6. Ребята, вам не кажется, что Yelp какой-то стрёмный? Он не похож сам на себя. Тут же так и называется коллекция, да? Да, неправильная дозифонай. Как не надо ее собрать? Дальше дозифонай в виде бабочек. Вот этот пакетик. О, попадаются астки в виде бабочки. Мама, так ребята поймут, что здесь сразу астки в виде бабочки. Ну тут и так мы открыли, и все и так понятно. В следующий раз больше так не делай, хорошо? Тут хорошо. Но у нас же не обязательно то, что нарисовано, то должно и попасться. Это просто так совпало. Так, приклеиваем его вот сюда. О, перемешанные дезифонаи 2. Где они? Вот это, да? Как где? Конечно, здесь. А ты как думаешь по-другому? Так, подождите секундочку. Давай я помогу. Нет, я тоже. О, здесь попадается жезбик. Она похожа на какую-то бабушку. Да? Да. Цифра 2. Вы знаете, что у Вики во рту сидит жаба? Она иногда издает очень неприятные звуки. Нет, это я. А что это были тогда за звуки за кадром? Хорошо, что я тогда паузу нажала. Необычные слоны. Необычный слон был у тебя во рту? Нет, необычные слоны так не делают, особенно девочки. А кто, обычные так делают? Попадается вот такой слон. В одежде, вау, с галстуком. С усами и бородой. Класс. Это было, чтобы это было редко. Цифра 4. Приклеиваем его на номер 4. Почему так? Придется так. Ну ладно. Дальше. Это коллекция непохожие на себя. Вот это? Да.
как ты по-другому думаешь? Ну, больше похожих на эту коллекцию пакетиков я не вижу. Так что давай открывай этот. Так, открывай. И нам попадается... Астки! Смотрите, какой. Боже, он точно сам на себя не похож. Номер два. Не астки, а жвастки какой-то. Клеим сюда. Клеим сюда. Теперь у нас ждет коллекция. О, боже. Кровяные сюрпризы. Лучше вам это не знать. Можно я открою? Да. А я буду доставать. Это у нас сидит кровяная Холли. А! О, боже, даже крылышки кровяные. Да, и волшебная палочка кровяная. Номер два. Приклеиваем вот сюда. Ребята, вам не кажется, что у кота какой-то просроченный глаз? Это еще ужаснее, чем крот. Сюрприз. Вот это сюрприз. Нет, не... Да-да-да-да-да-да! Мы договаривались не кричать. Да ты зрителей распугаешь нам. Это Бен. Ты уверена? Уверена. А, вот этот хорошенький. А, это повторочка, да? Здрасте, это сюрприз. А. Это не угадай коллекцию. Цифра один. Точно. Угадай коллекцию, там был другой Бен. Я уже поняла. Приклеиваем вот сюда, на номер один. Так. Это та же самая коллекция сюрприз. Теперь вот эта коллекция. Такая. Это была коллекция Дизифонята. А сегодня нам попадается коллекция с Зигом в виде телевизора. Как вы думаете, какая это у меня была коллекция? Цифра 9. Угадывайте или ищите в наших прошлых видео ответ. Ответ там есть, потому что у Вики такая коллекция была. Да, давно. Цифра 9. Да, мне было сколько-то 6-моему лет. Продолжаем теперь. Вот такой тканистый декоративный. Да, как он вам нравится? Если да, ставьте, сами знаете что. А теперь Зига заставляют есть борщ. Это дезифоная в еде. Нам попадаются тюрьмы с замками. Господи. Вот такой сюрприз. Но что тюрьмы у нас тоже присутствуют в игре. Что это за игра? Игра называется Дизифонай. Тут номер три. И теперь приклеиваю его вот сюда. Тут вот такие по углам штучки. Угу. Плачущая Зиг, капелька борща. Ой. Так, стоп, а остальное? У нас где-то затерялись Дизифонай в еде и Дизифонай... Дизифонай в еде еще не закончились. Да. Дизифонай в еде. Два, это вот, да? Да. Как же Дизифонай в еде? Ну давай сначала это, потом Дизифонай в еде. Куда это Тахи? Он... У него за ухом что-то затяло, он подпрыгнул. Вика, у нас землетрясение сейчас в кадре будет от того, что ты прыгаешь. Землетрясение! Вот твой Тахи. Давайте сюда наклеим. Да. Теперь Дизифонай в еде нужно. Давай уже открывай. Это, а куда клеить? Вот цифра 2. Попадается сам борщ с жипе. Господи. Почему сам борщ? Вот там жипе, видите? И цифра 2. Если бы я еще был бежевый. А сейчас его нет, странно. Потеряла где-то. Надо внимательнее. Мне показалось, что бежевый. Это розовый декоративный маркер. Декоративный маркер? Да. Помнишь, мы в феврале покупали? Угу. Так, с этим каталогом покончено пока что. До следующего видео. Теперь откроем наш старый пазл, а потом перейдем к новому пазлу.
нас этот пакетик. И здесь попадается вот такая полосочка. Как вы думаете, что цифра это? Цифра 1. Открываем наш каталог, и здесь у нас цифра 1. Может, у меня еще будет пазл часть 5? Я этого не выдержу. Потому что очень долго и трудно их размещать. Так. И последний сюрприз на это сегодня. Это новый пазл. И вот такой каталог. На него обзор тоже сделаем, но он еще не закончился. Это малая не коллекция. Так, где сам? Вот. Пазл, четвертая часть. Давай, открывай. Каталог в линии. Выдается вот такая полосочка. Вот. Может, кто-то кого-то тут узнал уже, ребята? Пишите. Цифра 16. Приклеиваем вот сюда. И вот такая у нас распаковочка получилась. Кому тут понравилось, ставьте лайки. Тут очень много. Да. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.